Выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни» уже стала своеобразным брендом Брещины. И это неудивительно. Каждый год в рамках ее проведения в город над Бугом съезжаются представители различных организаций, предприятий, частных и государственных компаний нашей страны и зарубежных партнеров, производящих продукты питания, товары и услуги, содействующие здоровому образу жизни. Безусловно, этот год не будет исключением. В списке основных мероприятий 2016-го – выставки, представляющие услуги экотуризма, демонстрация технологий и оборудования для поддержания здорового образа жизни, организация акций, конкурсов и викторин, встреч со специалистами учреждений здравоохранения и экспресс-диагностика. Более того, организаторы планируют запустить еще один масштабный проект по всей области до открытия форума. С 1 июня по 22 сентября в области пройдет акция «Брещина за здоровый образ жизни», кульминацией которого и явится 12-я международная выставка-ярмарка. Во время этой акции, которая охватит всю нашу область, будет проведено огромное количество различных мероприятий, направленных на повышение двигательной активности, на отказ от вредных привычек, от употребления психоактивных веществ, на повышение знаний нашего населения по здоровому образу жизни и рациональному питанию. Традиционно в рамках выставки-ярмарки пройдет финал областного конкурса «Самая здоровая семья». Это будет юбилейное 5-е по счету мероприятие, а потому участие в нем примут и первые победители. Конкурсантами за 5-летнюю историю стали 86 семей, одержали победу 24 семьи. Цель конкурса остается неизменной – пропаганда семейных традиций и ценностей, формирующих здоровый образ жизни. Данный конкурс проводится в два этапа. Первый этап – районный или городской. Он проводится с 1 апреля по 30 июня. И областной конкурс или финал проводится с 1 июля по 22 сентября. Награждение победителей пройдет на открытии 12-й международной выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни 2016». Положение о конкурсе размещено на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там указаны все критерии, которые необходимо соблюсти для того, чтобы победить в этом конкурсе. И там указана форма заявки, которую необходимо оформить для того, чтобы принять участие в этом конкурсе. Открытие форума состоится 22 сентября. Подробную информацию о программе мероприятий можно найти на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.